какой вуз самый спортивный? В Иванове проходит спартакиада между студентами высших учебных заведений. В пятницу состоялись соревнования по армрестлингу. Набранные очки пойдут в общий зачет команд. Испытать силу своих рук пожелали ребята из ГХТУ, Гос- и Энергоуниверситетов, Политеха и Сельхозакадемии. Не принимают участие только студенты-медики. Побороться на право и лево заявились 50 парней. В этом году Ивановская федерация армрестлинга решила от себя инициативу добавила, то что сегодня еще будут участвовать девочки вне зачета спартакиады, для того, чтобы развивать еще армрестлинг в вузах среди девочек.